Всем привет! В этом видео вы узнаете, когда начнется бета-тест Сумеру и о дополнительных примагемах, которые можно будет собрать с этой локации. Всем приятного просмотра! Вчера закончился прием заявок на бета-тест обновления 3.0. Это означает, что разработчики уже полностью завершили карту Сумеру и исправление багов. Ну а сам бета-тест может начаться уже через 9 дней. Например, бета-тест версии 2.8 начался без опоздания, хотя патч 2.7 перенесли аж на 3 недели. Так что есть шанс, что все ЗБТ будут выходить по старому расписанию. В противном случае ЗБТ может начаться аж через месяц. И поскольку Сумеру станет главным обновлением этого года, появится много новых персонажей и оружий. Например, с выходом Инадзумы добавилось аж 13 персонажей. Примерно такое же количество ожидается и в Сумеру. Инадзума — это последний вышедший регион, и там добавили Сакуру, в которой можно было забрать 20 стандартных и 10 ивентовых круток, а также формы для оружия и много всего полезного. Исходя из этого, в Сумеру тоже будет похожее дерево с щедрыми наградами, а также много сундуков, квестов и всего остального. Поэтому в обновлении 3.0 можно будет получить дополнительно около 3000 примагемов по сравнению с другими версиями. А что вы ждете больше? Новую локацию или новых персонажей? Ответы пишите в комментариях. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!